Привет, Украина, привет, мои любимые. Я Дина Шек. Сейчас я нахожусь в Таиланде, в городе Паттайя. Погода здесь просто замечательная. Конкурс тоже проходит на высшем уровне. Мне здесь все нравится. Персонал просто супер. В отличие от нашей, на Украине, здесь рай! Блять! Конкурс проходит очень даже хорошо. В первом... Тур, блять, тур, тур, тур! Конкурс проходит замечательно. В первом туре я заняла второе место. Мне всего лишь не хватило каких-то 8 баллов, ёбаных, чтобы попасть. Конкурс проходит замечательно. Публика просто... конфетка. Блять, ты... Блять, давай говори. Что, блядь, тебе говорить? Короче, передаю привет всем моим фанатам, кумирам и всем фездам из Харькова, Украины, Израиля и так дальше, из всего мира. Хуяеря. Сейчас вот эта пизда получит по пизде. В общем, так хочу вам сказать. В Таиланде очень хорошо. Мы сейчас находимся в отеле, это мой номер. Я вам не буду его так показывать, потому что он, можно сказать, приличный. Можно жить, все. Со всеми удобствами.